Встречайте, Хуснеддин Исмаилов. Хуснеддин, вы уверены, что у вас хорошая память? Да, конечно. Наш участник утверждает, что способен запомнить лица нескольких десятков человек. Давайте проверим, так ли это. Испытание для Хуснеддина начинается. Очень важная предыстория. Сегодня на входе в студию все наши зрители получили посадочные талоны, ну, некие бумажки. На них указаны город вылета и город прибытия, а также номер и время рейса. Наш участник познакомился с каждым из зрителей и с информацией, указанной на посадочном талоне. Фотографии наших зрителей вы сейчас увидите на экране. Нажимая на кнопку, я наугад выберу 5 из них. Зритель, который увидит свою фотографию на экране, должен встать и выйти на сцену, а Хуснеддин назвать вылет и город прибытия, номер и время рейса для этого пассажира. Итак, если все готовы, мы начинаем испытание. Прошу вас. Вы летите из Ижевск в Москва-Шереметьево. Номер рейса у вас IJK121. Время отправления 00:00. Это именно так. Это удивительно. Удивительно, но так. Вау. Продолжим испытание. Следующий участник. Есть такой человек в зале? Да, есть. Прошу вас. Хуснеддин, итак. Вы летите из Кольцова, Екатеринбург, в Пулькова, Санкт-Петербург. Номер рейса у вас SVX910. Время отправления 18:00. Потрясающе! И снова Хуснеддин прав. А мы продолжаем испытание. Итак, фотографии пассажиров. Прошу вас, идите к нам. Итак, Хуснеддин. Вы летите из Вологды в Воронеж. У вас номер рейса VGD-1282. Время отправления 02:05. Покажите, пожалуйста, ваш билет. Прошу вас, возвращайтесь в самолет. И испытание продолжается. Следующий участник нашего полета. Так, это девушка. Есть она у нас. Хуснеддин, за стойкой регистрации. Видели эту девушку сегодня? Да, конечно. Что вы о ней знаете? Вы летите из Пулькова, Санкт-Петербург. В Анапа. Номер рейса у вас ANG 4.
два, три. Время отправления 7:35. Это потрясающе. Происходит что-то невероятное. Пятый участник полета. Выбираем. Вот такая девушка, если она на борту. Прошу вас. Итак, Хуснеддин. Вы летите из Шереметьево, Москва, в Пенза. А номер рейса SRY 978. Время отправления 04:50. Невероятно. Ураган. Ну вот правда. Я не знаю, с какой целью летит эта девушка в Пензу, но вообще происходящее меня как-то сшибает. Хуснеддин Исмаилов. Удивительные люди. А мы продолжаем удивляться.